Всем привет! Дядь Юр дает прогноз на матч 1/8 чемпионата мира по снукеру Шон Мерфи Янь Бинтао. Встречается 7 и 10 номер мирового рейтинга. Шон Мерфи год назад вылетел в первом раунде чемпионата мира. В этом сезоне Мерфи выступал не очень, но сумел добраться до полуфинала European Masters и до четвертьфинала Welsh Open. В первом раунде Мерфи не без проблем прошел Марка Дэвиса 10-7, получив решающее преимущество лишь во второй сессии. Янь Бинтао, похоже, стал преемником Дина Джуньху сейчас и является, похоже, самым сильным китайским снукеристом. В свое время Дин показывал великолепную игру, выиграл много титулов, но никогда не выиграл чемпионат мира. Возможно, что Янь будет более успешен в этом плане. За последний год Бинтао серьезно поднялся в рейтинге, выиграв совсем недавно Мастерс. В первом раунде Бинтао ожидаемо обыграл Мартина Гулда 10-6. Соперники между собой встречались 5 раз. Счет личных встреч 3-2 в пользу Мерфи. Все матчи, за исключением последнего, проходили в упорной борьбе. Букмекеры фаворитом ставят китайца, и здесь с ними трудно не согласиться. Шон является одним из самых техничных игроков современности, но, увы, не показывает высокую стабильность игры даже во время одного матча. Тем более такого продолжительного, как на чемпионате мира. Бинтао в этом плане играет более предсказуемо. Если китаец не перегорит по ходу матча, а такого вроде бы быть не должно, он имеет хорошие шансы на проход в третий раунд. В норме игра должна получиться упорной, победить может любой. Проигравший должен взять не менее 10 фреймов. То есть ставочка на тотал больше 22,5 фреймов выглядит здесь очень перспективной. Ну а на победу можно поставить на удачу на китайца. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.